Эта игра была, наверное, очень напряженная, потому что встречались две хорошие команды. И, на мой взгляд, сегодняшняя игра была с точки зрения психологии очень трудной, потому что, видите, по турнирной таблице и «Факел», и мы, скажем так, конкурируем в этом плане. Вот, и поэтому, может быть, игра была очень напряженная, боевая, непростые погодные условия были. Вот, и я думаю, что в этом плане, может быть, и игра получилась такой закрытой. Вот. Ну, еще раз говорю, я, как обычно говорю, я признателен очень ребятам за их профессиональные отношения, за сегодняшнюю игру, за результат. Вот. Ну и обычно говорю всегда признателен нашим болельщикам. Вот так бы я резюмировал сегодняшнюю победу. Понятно, что история летит со слагательного наклонения, но если бы не пенальти, сейчас можете ли сказать, стали бы вы рисковать больше, выпускать больше атакующих футболистов и раскрываться? Ну, здесь вы правильно задаете вопрос изначально, если бы. Нет, здесь, еще раз говорю, была такая очень напряженная игра. Наверное, в этом плане сказывались, может быть, вот те напряженные моменты, которые, может быть, создавали футболисты. Может быть, в плане психологии немножко им было преодолеть. Но, повторяю, это две хорошие команды, очень хорошие команды, которые, на мой взгляд, показали сегодня такой боевой футбол. Было очень много борьбы, особенно вверху было очень много единоборств. И вот в этом плане, еще раз говорю, я признателен ребятам, что они проявили себя с самой лучшей стороны. И, конечно, для нас сегодняшняя победа, она была очень нужна. Вот, и очень коротко, и я думаю, на этом, наверное. Еще один вопрос, если можно, или парочку. Александр Геннадьевич, выход Лаптева и Сиськой сегодня, попытка удивить соперника? Да давайте мы не будем конкретизировать, всегда играет команда, 1-2 вопроса. Здесь команда заслужила полностью эту победу, и все, кто работает. А здесь по персоналиям я всегда не отмечаю, это я делаю внутри команды, на разборе и так далее. Вот. А сегодня, ну какое удивление, они в тренировочном процессе показали с хорошей стороны. И сегодня, еще раз говорю, и вышли кто на замену, проявили себя хорошо. В целом всегда побеждает команда. Поэтому я бы отметил всю команду сегодня. И последнее. Показалось, что вы сегодня были чуть менее эмоциональны, меньше выбегали к бровке. Показалось действительно так? Ну, это вам показалось, наверное. Не замерзли? Нет, не замерз. Очень напряженная игра была. Все, спасибо вам.